теплом и любовью желание согреть солдат, принимающих участие в спецоперации, объединяет мастериц со всего региона. Пенсионерки из Чебоксар взялись за спицы, чтобы отправить на фронт теплые вещи. Мы сами дети войны, мы это все пережили, действия. Конечно, я от души помогаю им. Для того, чтобы помочь солдатам согреться в холодную погоду, пенсионерки собираются вместе и вяжут теплые носки. Я тоже вот в кратчайшие сроки связала две пары. И еще для солдат же нужны и мочалки, чтобы они в бане помылись. И мочалки. Некоторые мочалки вяжут, некоторые носочки, некоторые варежки. К качеству материала бабушки относятся придирчиво, отдавая предпочтение натуральному составу. Шерсть – это очень хорошая. Собачья, кожа, овечьи вместе. Вот оно очень будет мягкое и теплое, хороший носок. Даже самые дорогие носки из магазина не смогут согреть так, как эти. Ведь в каждую пару пенсионерки вкладывают частичку своей души и записку с добрыми словами и пожеланиями. Пишут свои мысли, чтобы вот эти слова были для солдат поддержка. Что они думали, что мы их не забыли. Что мы Богу молимся, чтобы они вернулись живыми и вредимыми. Все связанные вещи скоро отнесут в волонтерский центр. Оттуда их отправят на фронт. Инесса Потапова, Алина Сусметова, Юрий Марков, Республика.